Итак, это моя первая ловушка на пчел. Не знаю, на диких или на домашних. Правда, она сделана сразу на 10 рамок с запасом. Даже вру, рамок на 13, наверное. Из них 10 стоят с овощиной. И немножечко я их посахарил, потому что не было суши. Мне сказали, что если ставишь ловушку без суши, надо посахарить овощину. Вот, и смотрим. Ну, конечно, еще я воспользовался апероем. И вот вроде сегодня первый день. Мы наблюдаем, как пчелки уже его облюбовали, этот домик. Вот. Ульев у меня не было раньше. Это мой первый пчелиный домик. Поэтому я не знаю, стоит ли ставить его на карантин. Я вообще не понимаю, для чего это. Вот, если кто знает, можете написать в комментариях к видео. Вот, потому что ульев у меня нету, рядом в округе пчел тоже нету. Смотрите, как много. Это нижний литок забит уже пчелками. А это верхнее отверстие. Туда тоже залетают и вылетают. Только что там была толпа. Сейчас уже все рассосались. Вот видите, залазит туда кто-то. Почему-то они у меня пытаются пролезть под крышкой вот здесь вот. Я не знаю, может быть, там где-то щель, через которую идет запах от апероя или от сахара, не знаю. Вот. Такой щели, чтобы туда пролезла пчела, там нету. Поэтому они там стучатся головой об стену и улетают. Вот. Так что вот так. Что будет дальше, посмотрим. Роя пока не было, то есть большого. Началось все там с двух-трех пчелок, потом прилетело больше, потом еще больше. И сейчас вот их там уже, наверное, ну, штук 10 или 15, может быть 20. Вот. Мы просто немножечко отходили от него и не наблюдали, какое количество туда вовнутрь залетело. Но уже, судя по тому, сколько летает вокруг, я так думаю, что там уже приличное количество. Будем наблюдать дальше и записывать. Посмотрим, что будет.